много лет назад, наверное, могло быть так, что я мог быть девочкой. Но это таким образом, что когда я уже был диаконом, вот после рукоположения в диаконы, я уже вернулся домой, уже все, уже вкусно, так сказать, покушали в семейном, так сказать, и дружеском обществе. И моя мама меня взяла на разговор. И мне вот это сказала. Как это было? В общем, мама мне говорит так. Знаешь, я тебе никогда не говорила, но когда я была беременной, у меня есть старшая дочь, то есть моей дочке было уже там 2,5 годика, и моя мама была второй раз беременной. И говорит, знаешь, я молилась Богу так. Господи, дай, чтобы была дочка. Потому что я уже одна дочка есть, я уже знаю, как с дочкой обходиться. Вот. А будь сын, надо будет как-то по-другому учиться, наверное, она молодая мама. Но и, наверное, воспитывать сына труднее, а дочку как-то проще. Но, Господи, если ты мне даешь сына, то я уже его люблю и принимаю. Если будет сын, то я уже сейчас его тебе отдаю. И вот, слава Богу, мама мне это сказала только, когда я уже был диаконом. А то я бы раньше думал, что я обязан сейчас. В общем, такая молитва мамы. Сегодня мы и в эти дни мы размышляем над словами «блаженные чистые сердцем, ибо они Бога узрят». А тема с этой конференции «У призвания». Знаете, эти две темы очень сочетаются, потому что чистые сердцем — это как раз то первоначальное наше призвание. Как вообще Господь призывает, и думаю, что для нас всех, может, за исключением уже состоявшихся сестер и священников и супругов, тут есть у нас супружеская пара, то у нас, у большинства здесь собравшихся, существует такой вопрос важный: а как распознать свое призвание? И поэтому я, конечно, не берусь сейчас всем ответить от имени церкви, так сказать, у кого какое призвание, вернетесь домой, и все уже будут все знать. Но я хочу поделиться с вами некоторым опытом и немножко на эту тему вам что-то подсказать, намекнуть. Первое, что я хочу вам сказать насчет призвания, как распознавать призвание. Господь знает наше призвание, Он точно знает, и если спрашивать про призвание, то спрашивать у Него. Господь определяет призвание тем, кем мы являемся. То есть, если хочешь распознать свое призвание, спрашивай у Господа, смотри на Господа и смотри на себя. Господь никогда не дает призвание мальчику, такое, которое мальчику не подходит, никогда не дает призвание девушке священнической. Он определяет нашу природу, и наша природа — это уже очень большая подсказка. Наша природа, если хотим распознать свое призвание, то смотрим на себя, на свою природу. Кто я есть? Кто я есть? Если взять исторически, с самого начала, кто есть человек, то есть ищем общее призвание всем людям. То есть то призвание, которое касается всех нас, без исключения, а потом уже начинаем разбирать себя лично. Потому что во мне есть то, что общее всем, и у меня есть то, что лично касается только меня. И в такой последовательности надо разбираться, что общее всем в плане призвания. То есть, какими нас призвал, кем нас Господь призвал быть. Господь призвал нас быть людьми. И вчера было о Библии, вот главный источник, где можем найти информацию, предание. Вчера отец Александр говорил, то есть церковь нас учит. Кто есть такой человек вообще? И первоначально люди были созданы для святости, то есть святыми, чистыми. Потом мы знаем, не хочу всю долгую историю сейчас рассказывать, мы это знаем. Потом появился грех в истории человечества, который, так сказать, запачкал нашу человеческую природу, исказил ее,
но постоянно мы чувствуем в своем сердце вот эту грязь греха. И мы постоянно недовольны, если мы не чисты. Потому что наша природа создана по образу и подобию Бога. И наше основное призвание – быть собой. А быть собой – это быть по образу и подобию Бога. И пока мы не будем собой, пока мы себя не обретем, все хотят, некоторые из них говорят об этом, хотят найти себя, себя обрести. То есть первое, что касается всех нас, в плане себя обрести, себя найти, себя понять, это понять, что я создан по образу и подобию Бога. И направление вот в эту сторону, в сторону быть на подобие Бога, это первое мое призвание. По-другому называем это призвание к святости, потому что мы познаем Бога как святого, познаем Бога как любовь. И когда мы об этом говорим, когда мы в эту сторону стремимся, когда мы приближаемся к Нему, тогда мы начинаем себя обретать. Мы начинаем уже идти в сторону моего призвания. Это моя природа. Есть такой вопрос, который я тоже часто люблю ставить. Чем отличается человек нормальный от святого? Ну, пусть это будет риторический вопрос. Человек нормальный и человек святой. Часто бывает так, что мы думаем, что и даже, может быть, кто-то встречался с таким упреком своих сверстников, однокурсников, одноклассников, не знаю, в каком-то обществе, в своем дворе. Ты будь нормальным. Ты дай нормально себе веди, что ты в церковь ударился, что ты в Бога ударился. Ты как-то будь как-то понормальнее. И вот очень важно для нас понимать, кто такой нормальный. А кто такой ненормальный? То есть наше призвание быть нормальным человеком. Кто такой нормальный? Нормальный происходит от слова «норма». Я нормальный, если я живу по норме. Какова норма жизни человека? Что об этом скажут твои сверстники, которые делали тебе упрек, что ты ненормальный? А что ты скажешь им? Для меня, и попытайтесь поспорить с этим, для меня норма – это Иисус Христос, потому что я создан по образу и подобию Бога. А прямая подсказка, что значит по образу и подобию Бога – по образу и подобию Иисуса Христа. И если я смотрю на Иисуса Христа, вот это для меня образец, это моя норма. Я создан по Его образу. Я хочу того, чего Он хочет. Такова моя природа внутри, в моем сердце. Если человек во грехе долго и не исповедуется, конечно, он уничтожает вот это Иисусовое стремление в себе. Но когда себя очищает, вновь появляется то же самое желание, которое есть во Иисусе Христе. Желание любить, желание совершать добро, желание быть справедливым, желание добра в целом, желание мира. Это то, что принес Иисус, желание правды, познавать и так далее. Это Иисус Христос, это Бог, это норма, по которой я создан. Поэтому быть нормальным – это быть христианином. То есть быть наподобие Христа, стремиться быть таким – это норма. А быть наподобие Христа, стремиться быть святым, будьте святы, ибо Бог свят – это наше основное призвание. Значит, быть святым – стремиться к святости – это значит быть нормальным. Каждый, кто не стремится к святости, он ненормальный. Я беру это в кавычки, чтобы никого не обижать. Но запомните на всю жизнь, кто не стремится к святости, он ненормальный. Кто к святости стремится, он нормальный человек. Просто он живет по своей природе. Такова наша природа, никуда от этого мы не денемся. Значит, если мы уже знаем, что есть наше основное призвание, вытекающее из моей природы человеческой, это призвание быть собой, быть человеком, то есть быть святым, первозданный человек в раю, святой человек. И мы сейчас все человечество к этому возвращаемся, стремимся. На то пришел Иисус на землю, чтобы сделать возможным для нас это возвращение к первозданному образу человека,
святому, любящему и так далее. Хорошо. А тогда как тут сейчас такой вопрос, как, ну, а кем конкретно? Это все красиво, это все хорошо, об этом проповедуют постоянно. А жить-то надо вот как-то вот тут, как-то жить надо. Вот. И как это одно с другим связать сейчас? Значит, святость, она реализуется каждым человеком индивидуально на определенном пути. Моя святость – это святость, которую я исполняю как священник. Святость супруга – это исполнение им того же самого призвания к святости основному, но на пути его жизни, его супружеской жизни, на пути монашеской жизни и так далее. И поэтому для нас, наверное, самый принципиальный вопрос, конкретный, это как распознать именно вот этот момент. Каков мой путь выполнения призвания к святости? То ли мне в монастырь поступить, то ли мне найти парня, еще какого и где его находить, то ли девушку, то ли мне стать священником. Как это все распознать? Конечно, есть лентяи такие, которые только будут говорить, я же не говорю о вас, поэтому никто не обижается, я говорю о лентяях. Есть лентяи, которые только бы спрашивали, ну и какое мое же призвание? Знаете, чему я радуюсь? Я радуюсь, что не то, что я постарел, но я радуюсь, я повзрослел, хочу сказать. Я радуюсь тому, что многих из вас я не знаю. Помню, на одной встрече молодежи, мне уже немножко надоело видеть одни и те же лица, несколько встреч молодежи подряд. Я сказал, чтобы мне на следующей встрече молодежи 2/3 из вас не было. Сейчас я заявляю, чтобы хотя бы 1/3 на следующую встречу молодежи не появлялась. Почему? Потому что вы или поступите в семинарию, и вам некогда будет, или будете в монастыре, и вас не выпустят, потому что вы поступаете или в новитиате, или вы женитесь и будете заниматься ребенком, а не какой-то встречей молодежи. Поэтому, чтобы 1/3 на следующей встрече молодежи не появлялась. И хватит быть, вас, как я сказал, не касается, лентяи не вы. Но хватит думать о том, что все-таки я с завтрашнего дня буду лентяем и буду все спрашивать. И приеду на следующую встречу молодежи и опять поставлю этот же вопрос этому же священнику. Ну, наконец-то мне скажите, я должна поступить в монастырь или нет? Опять я не про вас, девушки, но про ту девушку. Дура! Я вижу, что мы понимаем друг друга, о чем я говорю. Неужели она здесь? Не смотри мне в глаза, потому что я посмотрю тебе в глаза, подумаю, что это ты. Как же это все распознавать? Значит, первое дело, священник этого не знает. Монахини не знает, какое твое призвание, знает это Бог. Первый, кто должен это распознать, и кому Бог это, кого Бог вдохновит этой мыслью, которой твое призвание, это ты. И никто другой. И как ни напрягай тут кого хочешь, он тебе не скажет. А если скажет, то он тоже... Да. Священник, сестра, поможет тебе. У них спрашивай, да, у них спрашивай. Он тебе поможет. В чем тебе поможет священник или сестра в распознании призвания? Ну, кроме, понятно, молитва, это, естественно, чтобы Бог тебе открыл, чтобы у тебя была отвага принять решение и потом верно на этом пути держаться. Но в чем поможет священник и для чего нужен священник, как духовный наставник? Он тебе поможет оценить твою мотивацию. Ты думаешь поступить в семинарию, почему-то ты об этом думаешь. И ты идешь к священнику и говоришь, у меня есть такая мысль, что все-таки меня Бог призывает. Священник тебя слушает. Рассказывай ему, откуда у тебя такая мысль, как это, откуда она взялась. И священник послушает тебя и поможет оценить тебе твою мотивацию. А почему ты хочешь стать священником и так далее. Что-то тебе подскажет, направит, но решение примешь ты. Если ты ждешь, что кто-то тебе скажет, и пока тебе не скажут, ты не примешь решение, ты его не примешь. Останешься старой девой или мужиком, который в 45 лет будет думать, а может мне в семинарию попасть, а может не то, а может не сё. Сам примешь решение. Поэтому не жди слишком долго. Столько, сколько Бог тебе дает,
но не слишком долго. Не тормозись. Как распознавать, значит, призвание? Что надо делать? Первое дело — это стремление к святости, стремление к Богу. Только Бог тебе поможет в этом разобраться, только Бог дает тебе призвание, и только с Божьей помощью ты можешь жить по своему призванию. Значит, первое дело, кто для тебя важен — это Бог. Человек, который хочет распознать свое призвание, может священник, может оставить на второй или на третий план работу над собой, стремление к святости, он потеряет очень и очень много времени и быть недовольным. Может быть, даже девушка поступит в монастырь, может и станет монахиней, но толку от нее будет мало и в монастыре, и людям. И сама будет несчастна, если не поставить на первое место Бога и работу над собой. Потому что, значит, поступила с неправильной мотивацией. Может, ей платье понравилось красиво. Нет, я пойду к этим, потому что у них черные с белым. Нет, а я к этим, потому что мне синее больше нравится. Не та мотивация. И на то есть священники и сестры, чтобы тебе помогли распознать мотивацию. Сестры не на то, чтобы загонять в свой монастырь, а на то, и священники не на то, чтобы загонять в свой монастырь, а на то, чтобы помочь тебе распознать призвание, оценить твою мотивацию. Все сестры, все священники, которые не загоняют в свой монастырь насильно, я специально такие сильные слова говорю, чтобы мы сразу друг друга понимали. Кто, я потом объясню, почему я так говорю. Тогда у этих монастырей, у этих будет проблема с призванием. Поэтому мы молимся, чтобы вы распознали призвание и чтобы пошли туда, куда вам надо. Но повторюсь, первый, кто будет это распознавать и давать ответ, это ты сам, ты сама. И первое, что надо делать, это стремиться к Богу и работать над собой. Как это делать? Во-первых, чистое сердце. Человек, который не заботится о чистоте своего сердца постоянно, как часто исповедаться? Как часто исповедаться? Когда открываем катехизис, то там прочитаем, что как минимум раз в год и в пасхальное время причащаться. Чтобы жить, как часто надо кушать? Сколько воды надо выпить? Как минимум столько и будешь жить. Но что это за жизнь? Настоящий христианин — это человек, который живет в состоянии Божьей благодати. То есть, который живет без состояния греха. Значит, исповедаться надо так часто, как часто надо. Столько, сколько надо. Кто-то будет раз в месяц, кто-то раз, не знаю, кто-то раз в 3 дня, кто-то раз в 2 дня. Были такие люди, и святые, некоторые вы знаете, что исповедовались даже каждый день. Если есть тяжкий грех, если есть такая нужда для чистоты сердца, только с чистым сердцем можно приступать к распознанию призвания. Если у тебя сейчас грех на душе тяжкий, ты не можешь причащаться, и ты хочешь сегодня распознать свое призвание, забудь. Но первое, что ты получишь, если искренне просишь: «Господи, дай мне распознать мое призвание», первым, что тебе Господь даст, какую благодать, чтобы ты исповедовался. Первое, приведет тебя Господь к исповеди, очистит твое сердце. Помните те случаи, когда приводили больного? «Исцели его». Первым, что делал Иисус: «Я прощаю тебе твои грехи». Его не понимали. Он давал главное. Поэтому первое для призвания — это забота о чистоте сердца. И только потом все разговоры с священником, монахом и так далее. Потому что это основа, это фундамент, и без этого фундамента ничего не построишь. Как работать над собой, как поддерживать чистоту сердца? Ну, на то есть... Каждый в своем приходе, есть свои священники, свои сестры, советуйтесь. Вот что значит работать над собой, вот Слово Божие, без слушания Бога. Что из того, что ты ставишь вопросы, если ты не слушаешь? Если ты не слушаешь ответы, то какой толк от твоих вопросов? Ставишь вопрос, значит, слушай ответ. А Бог говорит, надо Слово Божие брать, размышлять. Лазим по интернету с утра до вечера или с вечера до утра, может, лучше надо говорить. С вечера до утра лазим по интернету. Ищите там тогда, если вам трудно выключить интернет, то хотя бы там ищите слушание.
хотя бы там Слово Божие ищите, если вам трудно прочитать. Но ищите ответ, слушайте ответ, не только надоедайте своими вопросами. Значит, исповедь, Евхаристия, Слово Божие, духовный наставник, с которым будешь советоваться, и община, к которой ты принадлежишь. Будь это приход, будь это какая-то церковная община, все равно где-то внутри какого-то прихода находится. Без этого не справишься. Когда слушаешь, то пусть это будет очень конкретное слушание. Пусть это будет слушание с ручкой, с блокнотом, с бумажкой. Когда идешь к священнику советоваться насчет призвания, то ты, я повторюсь опять сознательно, не спрашивай только, какое мое призвание, только ты расскажи священнику, что за последний месяц, вот когда ты размышляла над Словом Божьим, то у тебя вот один раз вот такая интересная мысль пришла, а вот тут вот в другой раз мне вот такая мысль пришла. Расскажи об этом священнику, чтобы ему было видно, что тебе говорит Бог, как ты воспринимаешь Его Слово, чтобы ему было видно, и чтобы быстрее этот процесс пошел в распознавание призвания. Когда мы думаем о призвании, то очень часто мы думаем только о будущем. И пытаемся гадательно распознать. Конечно, слушаем это то, о чем мы только что говорили, но как бы думаем только о будущем. То есть с какого-то момента я мечтаю о том, что начнется мое настоящее призвание, я буду этим призванием жить. Здесь есть такой тонкий очень момент, что если Господь призывает человека, то этот человек, скорее всего, уже призван. То этот человек уже находит в себе, то есть может не осознает это еще, но в нем, в этом человеке это призвание уже как-то присутствует. Я помню один разговор с одной девушкой, которая приехала на такие дни сосредоточения и спрашивает мне, вот как быть с этим, ну как с моим призванием, уже столько лет прошло, и я не знаю. Вот, и я спрашиваю, ты, что тебе нравится? То есть нет чего-то такого, как общемонашеское призвание, например. Мне быть монахиней или не быть? Нет общего монашеского призвания. Как создавались вот эти конгрегации, вот например, сестер, монахов, которые присутствуют? Никто не сделал какой-то общий мешок с надписью «монашество». И кто хочет в этот мешок, запрыгивайте. Кто не хочет, но подходит, то его затянули. Нет! Нет такого. Был какой-то Франциск. Он не создавал никакую конгрегацию. Он бедняка увидел, бедняку помог. Пошел, помог второму бедняку, третьему. И начал этим беднякам помогать. Другие мужики смотрят, о, беднякам помогает какой-то. Ну что, ну давай ему поможем. И тоже стали ему помогать. И столько набралось этих помогающих беднякам, что надо было с этим что-то делать. Как-то надо было это оформить, что ли. Вот оформили. И у нас одна из больших сейчас конгрегаций — францисканцы. Но Франциск ничего там нет. И так любая другая конгрегация. То есть Бог вдохновляет кого-то одного заниматься каким-то благим делом. И когда потом он этим занимается искренне, когда есть последователи этого дела, то так образуется какой-то что-то хорошее, которое мы называем потом конгрегацией, и через 300 лет поступают туда девушки, думают, поступить мне к ним или не поступить. Но ничего общего, то есть общие элементы есть, когда у нас всех общее призвание к святости. Но в каждой конгрегации, в каждом, вот куда поступают, есть определенный дух, чем должны заниматься именно в этой конгрегации. Поэтому подсказка для тебя в распознании призвания – это не просто, какое платье тебе нравится, или платье такого светского человека, или только чем ты хочешь заниматься в жизни, какой вид служения тебе по душе.
Или тебе больше нравится беднякам помогать таким, опекать там больных, или тебе больше нравится там что-то еще. Смотри на это. И вот эта девушка пришла советоваться. И я у нее спросил, а что тебе больше всего нравится? И она мне сказала, мне так нравится, когда люди вот приходят в храм, я как-то подхожу к этим людям, но вижу новый, который теряется, вот кто-то, и мне так хочется подойти к нему и пригласить его дальше, рассказать про храм и так далее. Я говорю, знаешь, ты делай это. Это твое призвание. Ты сейчас не думай, куда поступить. И сидишь, и не подходишь к этим людям, потому что ты занят тем, что тебе, куда тебе поступать. Ты сейчас встань, подойди к этим людям и скажи им то, что хочешь. Скажи им про вот что за икона тут в этом храме и так далее. Это твое призвание. И когда будешь делать то, это, то может тебе Бог дальше покажет следующие шаги. Поэтому ищите, что вам нравится, какой вид служения. Это подсказка вашего призвания. Этим Бог говорит. Спрашивай на себя, кто ты есть и что тебе нравится. Очень важно в призвании, что я хочу это делать. Хотя это иногда кажется трудно, а все равно тянет. И это хорошее точно. Поэтому призвание, когда вы думаете о призвании, не думайте только о будущем. Еще один такой тонкий момент, который иногда рискованно говорить в семинаре, например, семинаристам, чтобы не получить по ушам от ректора. Но есть такой тонкий момент, это касается и священников, призванных к священству, и сестер. Нельзя ставить себе целью, например, семинаристы здесь есть, что моя цель — стать священником. Еще раз повторяю слово «стать священником». Нельзя ставить целью «я хочу стать монахиней, сестрой, хочу стать ею». Почему нельзя так ставить вопрос? Потому что в день рукоположения ты достиг своей цели. И все. Цель достигнута. И что дальше? И ты не знаешь, что дальше. И начинается проблема. Твоя личная проблема и с тобой проблема. Я стала монахиней. Какой праздник! А завтра? Поэтому целью нельзя ставить стать священником, стать супругом, стать монахинем. Только мое призвание не стать, а быть священником, быть монахиней, быть супругом. А это уже до бесконечности, ну, по крайней мере, до смерти. Быть. И последнее, что хочу сказать из таких некоторых мыслей, направлений только на пути распознания призвания, то призвание, оно идет вместе как бы с верой нашей. Очень важно, и то, что я вижу, здесь как бы немного не хватает, здесь у нас в России, наверное, тоже в Казахстане, в Германии, наверное, в Польше, наверное, тоже сейчас. Но не хватает уверенности в целом. Может быть, потому что многие выходят из семей, которая недовоспитала уверенность, в хорошем смысле слова, уверенность в себе. Конечно, главная уверенность – это уверенность в Боге, но уверенность в себе – это тоже очень важный момент. Тут без гордыни, без гордости, вот просто быть поувереннее. Очень сложно, я замечаю, думаю, что многие здесь тоже замечают, очень сложно вам принять решение, потому что за решением идет ответственность. Если человек не воспитан в такой, с самым глубочайшим уважением ко всем нашим родителям, но так сложилось, в силу того, что столько лет без Бога, без... То есть очень часто встречается неуверенность молодого человека, и поэтому ему очень трудно решиться. Потому что у него нет образца, например, твердой, в хорошем смысле такой, то есть верной семьи, столько много разводов, столько много живет, например, без отца. И вот и появляется какая-то где-то глубоко, все, не хочу сейчас психоанализ какой-то играться, но...
появляется откуда-то какая-то неуверенность. Поэтому это постоянно, вернусь еще раз, скажите мне. Мы привыкли, чтобы нам сказали, и мы это сделаем. Но мы снимаем с себя ответ. Я делаю, потому что мне он сказал. В случае чего я буду знать, что он ошибся. Такого не будет, дорогие. Надо в какой-то момент поверить. Поверить в Бога, во-первых, и Он даст уверенность. И вот эта уверенность, которую Он даст, это уверенность, которую я называю поверить в свою миссию. Поверить, что ты призван. Поверить в свою миссию. И в какой-то момент жизни мы подражаем другим. Но не забываем и нельзя забывать, что ты никогда не будешь, ни один францисканец не будет святым Франциском. Ни одна сестра евхаристка не будет вашим основателем или какой-то там главной у истоков. Вы сами, вот такие есть, вы вносите что-то новое в вашу конгрегацию. Вы основываете какую-то новую семью. Она никогда не будет такой, как самая красивая семья. Это будет ваша семья. И красота этого мира – это твоя красота. Красота конгрегации этой или другой – это красота твоя личная и красота твоего собрата, твоей сестры. Поэтому поверь в свою миссию. Выполни то, к чему ты призван. Не только подражай. Смотри на Бога, распознавай, принимай решение и дальше смотри на Бога, Он тебя этим путем поведет. Значит, я хочу оправдать эти названия. Значит, там немножко по-итальянски, потому что сегодня день рождения Владыки. Здесь по-английски отец Маркус сказал, извините, что я скажу, что он бы записался, если бы одну букву поменять. Здесь вот эту вторую букву. Только поменять на А. И вот... В общем, в 2002 году возникла такая идея, чтобы поддержать нашу неуверенность и нашу нехватку священников. Очень мало священников. И очень трудно решиться, и поэтому в поисках ответа, откуда вообще... Что еще делать, как вообще, что сам Иисус нам говорит о том, откуда брать этих священников, эти новые призвания. Иисус дает только одну подсказку, только один ответ насчет, например, священнических призваний. Это ответ: молите Господина жатвы, чтобы выслал деятелей на жатву свою. И все, что Иисус говорит о священнических призваниях, откуда они должны браться. Значит, чтобы были у нас священники, нам надо об этом молиться. И никакие другие штучки у нас не получатся. Никакие. Мы можем тут друг друга привлекать. Это очень привлекательно. Но решение будет, если будет молитва. И поэтому надо об этом молиться. Как молиться? Иисус насчет молитвы опять сколько-то раз в Евангелии нам дает подсказки и дает такие образные притчами подсказки. Помните, как там не хватало хлеба, стучит там своему там соседу: давай мне хлеба, ко мне гости пришли, тот не открывает. Но наконец-то уже тот ему надоел, открыл, дал ему. Иисус дает пример такой, что вот надо просить до конца, аж даст. И то есть молитва должна быть такой настойчивой, такой прямо вот надоедливой. Ну дай же, вот, нам нужны вот священники. Постоянной. То, чего нам часто не хватает, это не хватает нам постоянства. Поэтому у нас много чего не получается, потому что мы не постоянны в молитве или не постоянны в работе. Поэтому было такое предложение, чтобы молиться, включиться в молитву о духовных призваниях. В первую очередь священнических, потом
к жизни Богу посвященной, то есть и монашески, и все то возможности, которые церковь сегодня дает Богу посвященной жизни. Конечно, нам нужны также семьи. Без хороших семей не будет у нас в будущем ни хороших священников, сестер, хороших людей. И еще то, что важно, нам самим, молодым, молодежи, нужна поддержка, которую не имеют очень часто в семье. Когда молодой парень или девушка идут в храм, то это уже начинается какая-то беда. Что-то с нашим сыном не то. Вроде бы нормальный. Но кто-то его туда завлек. Но может за девушкой пошел. Но это еще как-то можно понять. Хорошая вроде девушка, но нам не нравится то, что он что-то в Бога ударяется. Но это еще можно как-то пережить. Но если начинает девушка говорить или парень о призвании к Богу посвященной жизни, это начинается огромная катастрофа в семье. И тогда что этот парень, эта девушка, откуда в ней должна появиться уверенность? И, конечно, уверенность в общине, в которой она есть, за нее молятся и так далее. Но нам надо еще какое-то, еще что-то иногда. Вот это еще что-то, это как-то вот вдруг и возникло общество для призвания. Таким образом, что было предложение к молодежи через Сибирскую католическую газету включиться в такую постоянную молитву о призваниях с четырьмя намерениями, которые я только что озвучил, о призваниях священческих, Богу посвященной жизни, супружеских, и четвертое, друг за друга. Кто включается в эту общину молящихся о призваниях, он получает также такой подарок, он молится о этих призваниях, и тут же молятся за него о распознании призвания и верном следовании этому призванию. Итак, за последних, через несколько недель, неожиданно, вдруг, пишет одна девушка. Я такая-то, есть такая форма вступления в общество для призваний. Это надо письменно сделать. Сейчас уже по интернету все. Раньше это было письма приходили. Я такая-то, из города такого-то, вступаю в общество для призваний и обещаю молиться каждый день. Одно радуйся, Мария, о духовных призваниях из России. Так все начиналось. Каждый, кто есть в обществе для призваний, он берет на себя лишь одно обязательство, которое декларирует письменно, что будет молиться одно «Радуйся, Мария» в день, в сутки, в намерении о призваниях. И когда молится это «Радуйся, Мария», третий раз повторю, он молится всегда в четырех намерениях. Священнические, монашеские, семьи и друг за друга о распознании призвания и верном следовании ему. Со 2 февраля этого года до 31 июля следующего года есть еще пятое намерение. Молимся за всех участников встречи молодежи в Кракове о распознании призвания и верном следовании ему. Сегодня, на сегодняшний день в обществе для призваний 258 человек в 11 странах, в основном это Россия. Но есть также Казахстан, есть и страны Африки. Есть, но это через студентов, которые уже туда вернулись. И вот все эти люди молятся раз в день, то есть молятся другие молитвы, естественно, «Радуйся, Мария» в намерении о призваниях. И среди участников общества для призваний есть пятнадцать сестер-монахинь из разных конгрегаций, три брата, есть те, которые вступили, где-то находятся в разных конгрегациях, в постулате или новитяте. Есть шесть священников, есть священники-монахи и епархиальные священники. В общем,
это одна из форм поддержки, молитвенной поддержки для будущих призваний, для распознания призвания и для поддержки тех, кто хочет идти путем своего призвания. Это такое маленькое что-то, зернышко, капля к общему морю молитвы о призваниях. Это не то, что вот общество для призвания, они вот они молятся, а другие как будто не молятся. Другие молятся так же. Но это, здесь вот любое, вот сестра встанет сейчас и расскажет, как они молятся. Сестры там другие встанут, как они молятся после каждой мессы за призвание. Я даже участвовал несколько раз в их молитве. Ты скажешь что-то. Ну, сегодня я имею такое, такое счастье, что я могу как раз, потому что именно я говорю. Поэтому говорю об обществе для призвания. Сегодня, поскольку осталось 2 минуты, сегодня будет у нас... кто захочет больше об обществе для призваний, то я сейчас уже объявляю встречу. А, кстати, давайте, я даже не знаю, так спонтанно, кто есть участником общества для призваний здесь присутствует, поднимите руку. Спасибо. 17 человек. Спасибо.